Ну что, ребята, здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить Far Cry 4, да? Или нет? Да, мы продолжаем проходить с вами Far Cry 4, и прошлая серия была такая, знаете, все больше ознакомительная для меня. Вы скажете, почему? Потому что уже, типа, ну, три серии-то есть. Ты уже первую серию снимал ознакомительную, типа, сам, типа, знакомился с игрой, то подобное. Поясню, потому что первая серия выходила очень давно, вторую серию я снял вот буквально недавно, да, и... даже как-то отвык от этой игры, да? Сейчас уже более-менее нормально, поэтому вот. Поэтому... сегодня будем идти в какую-то деревушку, там, спасать кого-то опять. Вот, поэтому, Саша, подобно, надевайте пледик обязательно. Кто не видел прошлой серии, посмотрите, ссылочка в описании будет на плейлист, там, с полным прохождением данной игры. И в верхнем правом углу находится подсказочка, да, на прошлую серию и на плейлист. Вот, а так, Саша, подобно, надевайте пледик обязательно. Пить кушать, пить, пить кофе или пить воды, при этом просмотре. Мы, собственно... продолжаем проходить данную игру. О, привет! Так, ну что, let's go. У меня, собственно, с собой слонобой и юспик, да? Let's go, чё? Да, ну что, да. Что сотворил Пейган? Я вижу, слушай, ну, мать, я вижу, всё, мать. Так, прилетели вот на этой херне лучше. Можно на машине. Нет, не интересно. Блин, а здесь автопилот будет работать? Мое автовождение. Ладно, let's go. Здесь тут не так много, плюс машин еще есть. Пум-пурум, 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 пум-пум. А где? А где ящик? Не понял, нахуй. Прикола. А его можно открыть. Можно же открыть. Можно открыть. Бумажки. А золотой путь единственно верный. Отец, пусть наше оружие старое, а деяние не заставляет противника в ужасе бежать прочь, я уверена, что победа будет за нами. Амита дает нам надежду. Не позволю, чтобы всякие дикари вольготно чувствовали себя в моем доме, попирали наши права и наплевательски относились к культуре предков. И хоть жизнь трудна, мою волю не сломить. Я горжусь тем, что причастна к делу золотого пути. Надеюсь, когда-нибудь мама поймет и примет мой выбор. Люблю вас, Тара. Вот так вот, ребята. Опа. Так, здесь патрончики у нас с вами, давай. Пульт телевизора, заебись. Все, поехали. Надо быстрее. Опа. Да, нет сигнала, заебись. А нахрен нужен тогда, блядь? Это ваш вот управление тут автоматическое. Зачем оно нужно? Автопилот. Блядь, что нахуй? Какой-то бункер, блядь. Че не бункер, ну не знаю, что это. Тихо, нахуй. О, блядь! Аккуратно, нахуй, аккуратно. Опа, смотри. Хасанем среди деревьев. Опа, блядь, удал. Кто так умеет? Только я так умею, ребят. Поехали, чё. Минимум злоненькую спасти. Да, попробуем всех спасти с тобой. Тебя никто не заставлял.
Эти парни нас прикончат. Вы потрошу. Что же нам делать? Найдите источник угрозы и уничтожьте. Ладно. Окя. Убейте заложников. Я тебя на куски порежу. Ты источник. Противник. Ну нахуй. Это все, что у меня есть. Возьми, пожалуйста. Они в безопасности, Сабал. Твой отец гордился бы тобой. Он создал Золотой Путь, чтобы помочь своему народу. Я приехал сюда не ради всего этого. Ты все равно помогаешь, брат. Посмотри, как много ты сделал. Это непросто. Но помоги Золотому Пути. Давай, давай, и это поможет тебе добраться до Лакшманы. Мы найдем ее вместе. Спасибо. Прошу, возьми. Спасибо. Да пожалуйста. Хвала богам. Я жива. Аджай, это Амита. Я знаю, что Сабал подбил тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Ничего. Ты новичок, а Сабал может быть настойчив. Я сделал, что мне сказали. Ты молодец. Но смотри на вещи шире. Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. От чего? От Пола. Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. Пока не разберемся с Деплером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я им помешаю. Напасть на аванпост в одиночку — самоубийство. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Я справлюсь, Амита. Аджай, нет! Бай красиво, да, ребят? Сейчас спустимся здесь? Я думаю, спустимся. Как, когда они делали, ебаный? Аджай, Аджай. Что, блядь, не туда? Аджай! Что? Ничего, просто связь проверяю. Бля, брат, стой! Да ебаный! Тихо, тихо, брат. Аванпосты, ну это да, я понял, короче, надо как... Помните, как мы в третьем Warcry захватывали аванпосты, тут то же самое надо сделать. Хотите аванпост нужен? Нехуй... О, слон, ёбаный того Тулюсию, слышишь, бля? А вот, как раз, видите, он... Замок я вижу. Вас. Какого... Бей! Бей его! Быстрее! Быстрее! Пошел. Слон атакует! Осторожнее! Он наверху! Пристрелите его! Ты патронов не стоишь! На нахуй! Бан, ёпта, слоняра, наш слоняра, ёпта, наш слоняра, наш слоняра! Просто, блядь. Ну реально, по факту, наш слоняра за оном выиграл. Давай, пост, красавчик. От души. Сон от души, реально. От души. Спасибо огромное. Сначала заложники, теперь аванпост. Ты редко меня слушаешь, Аджай, но должна признать. Сегодня ты молодец. Спасибо. Я сделал то, что счел нужным. Мама была бы рада. Я знаю, тебе нужна Лакшмана. Но это не так просто. Мы потеряли север много лет назад, и теперь бьемся за юг. Я обещал маме, что развею прах там. Она так хотела. Подумай, Аджай.
Твоя мать прекрасно знала, что случится, когда ты приедешь сюда. Сын Махана Гейла вернулся на родину, истерзанную войной. Ишвари была умной женщиной. То, что ты здесь и помогаешь нам, не случайность. Оставайся с нами. Вступай в Золотой Путь и обещаю, ты выполнишь последнее желание матери. Будь то развеять ее прах в Лакшмане, или достичь чего-то большего. Да, бля. То есть Золотой Путь — дело моих родителей? Верно. Они хотели освободить Кирата от Пейгана. Помоги же нам закончить то, что некогда начали они. Просто подумай, Аджай. Хорошо, подумаю. Ну, мам, похоже, я останусь. Первая часть завершена. Так. Ой, блядь, что? Встань. Так, Что он? Подожди-ка, блядь, подожди-ка, нахуй. Это у нас Хёрк. Выполни задание для Хёрка. Это пока. Здание Золотого Пути. Вот здание. Компания для Золотого Пути. Ну, погнали, чё, Золотой Путь. Чего бы нет. Так, подожди, для начала у нас с тобой навыки есть. Целых два. Можем с тобой либо улучшенная физподготовка, либо инъектор здоровья, да, применить. Давай лучше, хотя... Давай. Так будет правильно, думаю. Да что ты боишься, ёпта, смотри. Смотри, проверяй. Смотри, сейчас... Опа. Видишь, аккуратно слез. Максимально аккуратно слез. Погнали. К Золотому Пути. Хотя, давай, ладно, для него сначала выполним здание. Давай выполним для него сначала здание. Потом уже пойдем к Золотому Пути, разберемся там быстренько, я думаю, что это как и все. Пропустили? Блин, нет, продолбали самое интересное. Ты кто? Кавалерия! Я кавалерия, появляюсь крутой, как долбанный Клинт Иствуд. Я Хёрк. И я кое-что слышал о тебе, мистер, пойди не знаю куда и надери всем задницы. Поэтому я здесь, мы с тобой вместе. А значит, сраный Золотой Путь обречен им кобздец. Золотой Путь, это мы, блин. Барри, я ни хрена не понимаю, что ты там лопочешь. Я вашего языка не знаю, короче. Думаю, ты имел в виду, что обречена армия короля. А Золотой Путь — это мы. Чел, серьезно? А я-то думал, что это на меня все косяка довели, когда я про Золотой Путь говорил. Теперь вкурил. Окей. Новый план. Упреждающий удар кавалерии. Позови меня и бум. Мы с парнями поможем тебе. Или... Золотому Пути. Золотому Пути, точно. Мы с тобой тату, братаны. Ну, прям как в сказке. Давай, вперед! Уже круто, ты, блин, давать что-то. Ничего, ты хоть и тормоз, но до цели доберешься. Я верю. Увидимся еще, братан. Лады, двинем золотым путем. Да! Ага, давай. Ну, такой смешной челик, да. Смешной челик у нас появился. Совместная игра. Для совместной игры удерживайте кнопку V, чтобы открыть селектор. Выбрать и просить друзей, чтобы рассказать вместе с другом, предложить помощь, взять как для друга, получить помощь для других. А, вызвать наемников можно еще, слышишь? А, видишь? Хорошо. Let's go. Что нам еще делать-то остается? Блять!
Сорян, ребят. Я на той, извините, не хотел. Я думала, больше не придешь. Случайно. А как его принять-то? Как ему прожить? Как тебе, братан, погнали со мной, типа, ты будешь клёво, да, в натуре? А, блядь, я всё равно здесь, прикинь. Ребят, извините, я не хотел. Ну, извини, извини! Сорян, сорян, что так получилось. У меня нет выбора. Есть. Завал! Нет! Чем ты думала? Ну, ты кто? Я бы на твоём месте туда сейчас не ходила. Так мог поступить. О чем только они там спорят? Солдаты Фейгана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, что главное — собрать информацию о противнике. Сабал, что надо срочно спасать наших людей. Вы совершали преступление против самих богов. Давненько. Всегда одно и то же. Те же слова и доводы. На самом деле. Эй, я не хочу быть навязчивой, но ты Аджай Гейл, да? Я делаю спасибо все, чтобы наш народ за помощь снова возродился. Здесь тебя все уважают. Вы совершали преступление. Золотой путь спас богов меня, и я их должник, но... Вообще, я приехал развеять прах матери. Пусть так. Но теперь ты видишь, что Пейган сделал со страной. Ты сын Махана Гейла. Хочешь или нет, но ты должен Кирату. И твой выбор решит многое. Противостояние Амиты и Сабала никуда нас не приведет. Это тупик. Помни об этом, когда войдешь. О, отлично. Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. На кону жизни. Бездействовать нельзя. Нет, идет война. Данные важнее. Амита, нам нужны солдаты. Не забыла про Дарпана? Выбирая между Дарпаном и разведданными, предпочту второе. Ну скажи, блядь, нет нахуй. Какие разведданные? Ну, спасай, блядь. И все, точка, я мужик, блядь. Все сказал бы нахуй. Хули там делов-то, блядь, не, блядь. Отойди, блядь, и ушел нахуй. Выбор задания, баланс сил определяет будущее Золотого пути. Помните, что у Амиты и Сабала разные цели. Поговорите с обоими лидерами и решите, кого поддержать. Ваш выбор определит, какое уникальное задание вам предстоит выполнить. От этого будет зависеть новая цель в предстоящих заданиях и то, кто будет лидером Золотого пути до следующего баланса сил. Ну, типа у тебя есть выбор, да, но его как бы нету. Ну, окей. Блин, пошли выслушаем их. Блин, здесь нет ничего. Пошли их выслушаем. Ладно, ладно, окей. Пошли выслушаем их. Да какой, бля? Так ладно, ребят, где они? Где они, ёбаные? Камин, давай, давай сначала Сабалу выслушаем, потом Амину. Амину, блядь. На, кем зовут? Нужна помощь? Наш лагерь хотят атаковать. Неясно когда, но это и не важно. В любом случае им нужна поддержка. Хочешь помочь? Отправляйся к ним. Хорошо, спасти. Он говорит, что надо поддержка, да? Амита. Амита, если может помочь с разведкой. Ладно. О крупной операции говорили давно, и тут атака на Банапур, но
Что-то не так. Я думаю, это не все. Нужны новые данные. Но из лагеря нет вестей. Самые атаки. Осторожней. Ладно? И кого мы выберем? Ну, честно, когда я проходил сам, да? Я выбрал Сабала. Давай теперь в этот раз выберу Амиту. Потому что я тогда выбирал Сабала, и я знаю, что там будет примерно, да? А когда я не выбирал вроде как. Поэтому в этот раз выбираю Амиту. Так. Подожди, а где нам это? Ну это самое. А во. Так, давай продадим с тобой. О, смотри, как много. Не, аккуратнее. Да телека столько стоит, чё ебанулись, блядь. Так, давай мы с тобой. Ну, здесь нам все равно ничего не лут. Так, наверное, смотри, ебать, нихуя себе, сказки. Блин, ну вот калашный, видишь, прям вот такой хорошенький. 320 тысяч он стоит. Здесь нам, в принципе, ну, пока что нам ничего такого, видите, тут нету. Калаш только есть. И все, блядь. Ну, давай оставим как есть, грубо говоря, да? Оставим как есть, все. Я думала, больше не придешь. Ты кто вообще? Ёпта, я тебя не знаю, блядь, мать. Что вообще забыла в моем доме, блядь? Поехали. С вами Раби Рерана, и я недоволен. Я устал от пропаганды Пейгена. Нет, ну кто ему речи-то пишет? Это должна быть пафосная телега на тысячи строк, в которой сотни раз толдычили бы одно и то же. Да лабаш треснул, ёбай, я только новую купил, ёбай. Блядь, ебало надо вылетать эта игра. Да, игра. Это прям начало вылетать плохое. Ладно, let's go еще. Если случаем ничего такого нету. О, а тут точно, смотри, что есть. Сначала потом на вышку сгоняем, да, с тобой, и потом уже будем задание проходить. А, это прикольный фичер, только такого, видишь, не было в Far Cry 3. Это прикольно, транспорт передвижения. Карма. Участвуйте в событиях кармы или вращайте, ага, молитвенный барабан, чтобы заработать очки кармы. Повышайте уровень кармы, чтобы получить улучшение для наемников. Чтобы получать скидки в магазинах, повышайте уровень кармы. Понятно. Поехали. Ой, бля, чё у вас так? Бля, что-то у вас дохуя, нет? Смерть каждому мятежнику! Вот так вот, ребят, решается вопрос.
Она начинается. Что за бред? Ну так просто. Сюспана есть это чисто. Ну. Ладно. Что очень странно работает, но ладно. Допустим. А как? А вовсе. А где он? Вон он уже все вижу. Все, let's go на здание. Навыки, давай сразу навыки 100 прокачаем. Вот это 100%. Просто можем ли мы вообще пройти, нам можно это вообще пройти всю игру, не проходя доп здания? Давайте проверим как с вами. В общем, ну, единого доп здания, доп здания нельзя проходить. Интересно просто очень реально. Ну, там вышка, ну, давай, поехали. О, на вышке, видите, вон вышка. Зачем? Жетон наемника, да я, бля, иди в пизду. А во, можно ты наемник вызвать. Да. Я что-то все скотчем, видишь, провод, понятно, скотчем. А да еще корпус здесь скотчем, блядь. Непонятно. Лагерь золотого пути, хорошо.
Можно, конечно, вообще себе установить, только вот эти два оружия могу использовать за всю игру, да? К примеру, вот эти два оружия только могу использовать за всю игру, да? К примеру. Вот, и пройти так всю игру, прикиньте, без единого доп-задания всякого. Это будет вообще классно, как по мне. Кто, блядь, стреляет? А, мальчик. Добрый вечер. Охотники, блядь. Да вот они нахуй. Да, вот эти самые такие, знаете, бля, челики. На самом деле. Вот из них вроде должен быть он. Нет? О, нашли. О, вот это нам нужно. Поехали сюда. Да где, блядь? Иди нахуй, мальчик. Что-то прикинь, что, блядь, выёживается на меня. Вообще, блядь, нормально, все хорошо. Да идешь ты нахуй. Кого, блядь? Ладно, ебать, сейчас нахуй, а им включится, проверяй, блядь. Поехали. А, охуенно, ребят. Придумали вы. Заебись, придумали. Где это хуй? Ненавижу. Все, пососал, блядь. Сью спать, я разъебаю, ты, блядь. Как он там? Байфул, бич, ты, блядь. Что-то не ту игру, да? Ну ладно. Не в ту игру переиграл, что-то. Так, это мы достали с тобой. Че, собственно, let's go next. Где, блядь? Блядь, не попадаю. Уйди в пизду, давай. Бан нахуй. Бля. Тихо, аккуратненько, блядь. А чё, вас не дохуяли здесь все? Вас тут не дохуяли? Бля, чё-то не регает, ребята, input lag. Input lag, наверное. Реально, в натуре input lag. Бля, иди нахуй! Бля, похуй. Пизда он, ребята, сейчас будет. Давай нахуй, где он? Где ты, лучник ебаный, давай. Ну давай, блять, вообще был. Кто, блять, вообще? Даже не акула, какой-то, блять, карась нахуй здоровый. Хуйня, честно, какая-то, блять. Все, все, мальчик, все. Амита, все у меня.
Отлично, Аджай. Отлично, блядь. Теперь отправляйся в следующий лагерь. Охуенно. А где, блядь? А где мой драндулет-то? Летающий, блядь. О, я вижу, хуй уже вон, блядь. Да что ты не регаешь-то, блядь? Бля, ребят, реально не регает. Пиздец. Надо утюг включить просто-напросто. Блядь, да что ты... Ему... Вот, блядь. Бля, мне 0 патрон осталось. Ёбаный в рот. Мне нужно быть аккуратнее, блядь. Все эти хуи, бля, ебаные. Раз. Ушел чел. Страница противников, блядь. Чтобы знать, где они все, знаешь. Вон я вижу чел. Там их два как раз. Так, двоих я вижу. Серьезно, да? На нахуй. Ну, let's go, ребята. Где вы? А, ну, дурачок, блядь. Выпотрошу. Где ты, блядь? Ой, нахуй. Я... А что, если по тебе не попадают, блядь? Все хорошо? Дерьмо. Да иди ты нахуй. А вон, чел. Вижу тебя, блядь. На нахуй. Где еще ёбок? Видел, что я видел, что он стрелял. Где он? Все, блядь? А во, блядь. Ну все, блядь, мальчик, пососал ты хуй, да? А я говорил, что не надо с мной связываться, слушай. Да где, блядь? Я его не вижу, блядь. Где? Да появись ты, ебаный. Все нахуй. Сосал бы его. Причем, видите, с первого раза даже видел этого. Ну, этого самого нашел. Сын Махана Гейл вернулся. Думаю, всем вы все уже знаете, что Аджай Гейл, сын Махана Гейл, вернулся в Кират, чтобы вступить в Золотой Путь, как его отец. Я и мои люди спасли Аджая от самозванного короля Мина. И он уже доказал, что умеет сражаться, как когда защитил Банапур и нашу долину от жалких попыток Доплера захватить ее. Продолжайте борьбу, братья. Пусть мы ведем войну, но боги улыбаются нам. Да здравствуй, Золотой Путь, да здравствуй, Кират, Сабал. Амита, здесь все мертвы. Проклятие. Хорошие солдаты. Скажи мне, что они погибли не зря. Что данные у нас? Это карта. Что-то вроде храма. Отлично. Это может быть важно. Я проверю и... И? Спасибо, что поддержал меня. Ну, пожалуйста, со всего... потом, ну, вот, ну, отработаешь, да, грубо говоря? Обсуждаем, обсуждаем, ребят. Что нам, куда? Собственно, дальше. Бля, что-то хуя, да? Это много вообще. Бахадра какой-то. Сабал. Блядь, без единого доп. Задания проходим. И с тем оружием, которое у нас есть.
Аджай. Извини, мать, но я без единого дом задания прохожу. Продать вот это, вот это. Нет, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А, нет, бумажки нет места. Давай купим. А я ничего купить даже не могу. Ёбаный, бля. Сюда, бля. Бля, РПГ можем, ёбаный рот, это вообще пизда будет, ребят. С РПГ или гранатометом это пизда будет полная. Бля, я бы снайпу взял, конечно. Вообще как нехуй взял бы снайпу. Но мы с вами запомнили, да, что мы проходим с этими оружиями двумя. Слонобой и песочный человек. Вот с этими двумя мы проходим только... С этими двумя... Этими, как их назвать? Ну, ты понял. С этими двумя... Оружием проходим, вот. Чё такое? Шкура рыба демона, охуеть, блядь. Жёстко. Так, ну чё? Сохраняемся, собственно, да? Давай мы с тобой в следующей серии пройдем как раз побольше миссий. Такая телекула, не знаю, короткая, длинная. Мне показывают, что длинная, но скорее всего она будет прямо даже коротенькая довольно-таки. Но ничего страшного, ребят. Спасибо за просмотр, такая телека была. В принципе, все, увидимся в следующих сериях. Давайте.